Всем здорово. Сегодня удалось наконец-то загасить 120 килограмм от ГБИ нержавейку реверсом в одинарной кардуре. Обычная кардура, одинарные пацы. Вот, стержень все-таки сдался. Так, и поэтому я хочу попробовать впервые в одинарке загасить восьмерку. Это от моего другана Кирюхи. На 180 она. Вот я ее когда-то в одинарке так надогнул чуть-чуть. И все, и он намертво встал. И больше, сколько я не пробовал, не дергался. Вот. Практически 8, 7,53. Надеюсь, видно. Но вам все равно это как бы пруток не цельный. Ну, в плане того, что не прямой. Он у нас нагнут на 10 градусов. Десяточка. Попробую. Посмотрим, что получится. Даже если я его подвину там чего-то, уже будет хорошо, потому что он как встал и все. Больше не двигается. Он двинулся стопудово. Стопудово он двинулся. А еще ударчик. Пока нет ничего. Левый. Результат 10 градусов, да? Ну, 20-ка. А по этой стороне уж вообще там 25 выйдет. Короче, он просто... Надо еще раз клевовато пошел, поэтому ну ладно, короче. Пускай так остается. В общем, 20 с небольшим градусов с этой стороны. А вот с этой, если мы наш вон. Ну это так, как тренировка. Фух.